сторону деревни, вот эта улица, она параллельно Воровайской набережной. У нас подальше. На байке не 5, да? На байке, да, не 5. Мы сейчас в сторону центра, вот я отсюда в сторону центра. На экономим. Ну, по деревам такое не видно, если посмотреть, куда тут не есть. Ага, ну как бы по деревам. Снимаем. Провода. 50 минут. Ну, от Конда. Мы сейчас сидели. 2,60. 20. 250 метров поднялись. Еще 50 метров. А сколько по времени берем? Сложно сказать. 52 минуты, потому что я спучил возле Конда. Не возле Папайи. Выход на свет. Ох, тут ведет. Ой, хорошо так. Кайфово. Надо вставать на этот, на обрыв. Унесет меня. Кайф. А что, таких парней нету, они не допустили? Ну, уж промахнулись. Мы же не видели. Ну там другая дорога, и поближе вот так, когда ты к берегу идешь. Или вниз пошли. Вот тут вот, здесь еще. Это такой туман, да, через такая видимость. Харни дожди, ой, дожди, волны. Белое такое. На харе здесь, а вот там там уже даже понятно, что на В общем, сюда спуститесь, но мы тут не пойдем. Просто спуститесь. От Краснодара. Море. Влажность, как в Питере, также. В Питере жесткая влажность. Аналогичная влажность в Краснодаре. Море. 80%. Ну, 76-80. Как в Питере, один в один. В гаражах, в квартирах вот такой запах. Запах. Да, сырость. Да, сырость, да. Потому что смотрите, это выше этаж, и теперь это что-то. Вот проси у нее, если что, если приедешь из мира, вот второй этаж. Да, я поняла. Потому что меня Юлька взяла первый, у нее вот так, ну девочка тоже, она уехала уже в Россию. А у нее был первый, и у нее такой прохлады, сквозняка вот этого. Я тебе говорю, я просто открывала, она была вот дверь открыта, на улицу открыла, либо дверь. И, о, грибочек. О, какие грибы, офигеть! Ну все! Посмотри, вот такой! Я думаю, вот флорёчки стоят, вот там а что-то продают. Паучу, вот офигеть. Я думаю... Поэтому сейчас есть вариант вот депозит маленький. Вот обычно, как бы, сейчас два раза просто. Два раза в месяц, когда мешочек снимать. Они приятные, если надо, они помогут всегда. Такие очень хорошие мужчины, они там, жена такая вся бюджетом занимается, муж стройкой занимается,
знаешь, вот бизнес-семья. Вот, она такая вся таечка ухоженная, такая прям вот финансист такой. Всегда улыбается, там такая активная, постоянно мне что-то сбрасывает, если мне там травят каких-то насекомых, она вот, объявление отправляла. Интересно. Маем. Парочка, русалочка. Вот так. Это туканище какой-то, да, сидит? Да, да, да. Он камень, говорит, налево пойдешь. Сейчас он обнимет камеру. Яшка. Знаешь, как кошки, как, когда снимают, они вот так лапой бьют. Ну, мы видели на этом, на Будде, с рогаток ставших гонял. Да, и гоняла прям паркинг, такси. В общем, налево пойдешь — мертвым будешь, направо пойдешь — богатым будешь. В общем, такси прямо. В общем, на кемпинг мы будем сейчас. Да, и мы с ребятами вот сюда дошли, и беде... Какой-то базилик растет. Кстати, ну, пахнет? Давайте, косите. Нет, он не пахучий. Ну, внешне похож. Ну вот я просто не шеркаю кабальтин с дедочкой. У нас все запахи не бывают. Подозрение где-то не Что ты? Свои, свои. Свои. А вот этот кемпинг и есть, про который говорили. Вон там тоже какие-то валуны такие. Ага. В общем, ребята ходили где-то, они тут везде рыскали. Ой. Они тебе его сразу там почистят, ты его сразу съешь, но разные чуть сорта попадаются. Так вот, вид фиг его знает, да, как ты покупаешь. Нет, по запаху. Ты его, он закрытый, когда ты все равно чувствуешь. Запах мерзкий. Сразу. Либо луком пахнет, либо ананасом. А вот как надо выбирать? Который ананасом? Ананасом, который пахнет, да. Конечно, который луком, ты сразу почувствуешь, какой запах лука. Во Вьетнаме он был реально вонючий, отвратительный. Я от него дня два не могла отвоняться. А вот здесь попробовала. Здесь попробовала. Вообще любой мир перевернулся. Какая-то кошка, камни красивые.
Вон туда еще можно выйти посмотреть. Блин, так скала отвалилась. Надо, кстати, почитать. Будет последнее снимать. Что, ступеньки типа сделаны так? Не скользко. Не спать. Давай. Там трое тоже идут. Я как это, знаешь, глаз художника сразу сочетание серого с твоим костюмом розовым. Так, давай как играть. Да. Да. Это тоже скажи-то. Здесь опускать. Когда такой, что палочка. Спасибо людям, которые это сделали. Да, вот прям вообще, и я бы готова к донейшн. QR-кода нету? Нет. Это такой низкий канат. Но это канат, я думаю, больше для подъема. Да. Спуска он как бы так. Нет, его можно поднять. Вот так. Ну, такой грязный. Тебе приходится рукой скользить по нему. И это как бы оно, ну, грязивец.
пятки на носок. Нереально красиво прямо. Мяу. Что за растительность такая? Хорошо упереться. Да. Ты можешь, кстати, на него встать и поснимать вот так вот круговое. Ну, поснимай. Мне неохота спрятаться. Мне тоже. Ну ладно. Прямо же морем пахнет, прям так нехорошо. Море. Прикольно. Нам бы как бы повыше надо. Повыше, а вон она идет, по-моему, вверх. Она, да? Вроде да. Или вниз? Не, вон поднимается. Ага. А? Нормально. Вот здесь, наверх.
Но Найхарн уже видно. Его, правда, и оттуда было видно. Там, вон, в воде. Yeah.